Привет, ребят. Сейчас мы выполняем квест «Неоконченная история». Я хотел бы сразу предупредить, что начинать его нужно после квеста «Переговоры», так как, во-первых, в начале каждого квеста инвентарь у нас очищается, и мы потеряем гранату, а во-вторых, дверь с локацией, необходимой нам, откроется только сразу после него. Спасибо за внимание. Дальше по видео, я думаю, все